Отсчет пошел? Да. Видно хорошо? Да. Сейчас покажу, как нужно заводить бензопилу. Может, конечно, кому не интересно, может не смотреть. Значит, смотрим, здесь есть кнопочка подсоса. Нажимаем ее и ждем, пока в нее не закачается бензин. Вот, если ближе, подвинешь. Может, потеку уж. Вот, течет. Все, подсос пошел. Теперь вот выключатель, зажигание. Его выключаем пока. Один раз смотрим внимательно. Держим в натяжку, берем и резко отпускаем саму пилу вниз. Соответственно, придерживаем. Подсос вытянули, один раз дернули, закачали бензин. Включаем зажигание. Она завелась и заглохла. Все, подсос можно выключать. Сейчас мы дернем, и она заведется, по идее. Не сразу. Как-то так. Все, нажимаем.